Я тут сижу, чай пью, таблетки глотаю. Ну, антиаллергенные. Пытаюсь прослушать, что мне говорит вот этот челик. Ну, пока он дрыхнет. Единственное, все, что я разобрал, это где его за маятник? Где был маятник? Никто не знает. В этой серии, кстати, надеюсь, понравилась предыдущая серия, хотя бы местами. Я старался. Немного. Буду скромным. Вот. В этой серии, я надеюсь, мы закончим игру. Может быть и нет. Минуту. Вот. Может закончим, может быть нет. Вообще, все сводится к тому, то, что надо бежать вниз. У меня есть ключ. Где геймпад? Вот. Вроде как в последний путь собрались. 137 уровень. Есть Ганрели, который мне бесполезен. И... Во. Нет, да, нет, нет. Нет. А был ведь... Был ключ. Или я его не подобрал? Кстати, таланта одно очко есть. Одно очко талантов есть, да, я могу прокачать Air Dodge. Dodge к Midair. Ну... Как говорится, качать-то больше нечего. Давайте хоть под конец игры попробуем. Позволяет уклониться in mid-air. Или это. Хотя мне это не нужно. Мне тоже не нужно. Ну давай. Заварил себе чай какой-то странный на вкус. Да, хорошо, давай посмотрим, что нам это... Да, да, о да. О боже, да. Ура. Как мне этого не хватало в начале, мать его, игры. Посмотрите, а. Если ты можешь спокойно вот так вот, если ты куда-то там не допрыгнул, ты берешь. И еще дальше. Красота. Осталось придумать только, где это можно применить. Может быть, в самом конце. Где-нибудь. С той стороны я вроде бы все обыскал. Кажется. Не помню, но вроде бы как все. 8 хилок у меня есть. Больше перьев я не находил. Хилки здесь не покупаются, а находятся в виде перьев по всей локации. Я обошел все, что только можно. Остается только нижний уровень с тюрьмами. И у меня был ключ. У меня был ключ. По крайней мере, вчера в конце серии ключ у меня точно был. Только посмотреть я не смогу. Единственное, что у меня могло все не сохраниться. Потому что я случайно раздезенчантил свой лук. И в итоге я игру закрыл через диспетчер задач. Что, собственно, позволило мне избежать сохранения моего разрушенного лука, хотя он мне вообще нахер не уперся. И я не туда иду. Вот. Лошадка. Так, нам надо сейчас... Вот, что позволило мне избежать уничтожения моего лука, которым я не пользуюсь. Так, там не то. Тут где-то проход. Здесь, кажется. Здесь тогда. Ну-ка сейчас. Погоди. Не просто так здесь стоит. Алтарь все-таки не просто так. Позволил мне избежать разрушения моего лука, которым я не пользуюсь. Не знаю, записался или нет. Что позволило мне избежать лука, которым я не пользуюсь. Уничтожение лука, которым я не пользуюсь. И... Держись. Отлично, да, это сюда. Где? Да, ключа нету. Я вот нажимаю вниз, и ничего не происходит. Ну и, собственно, это позволило избежать сохранения того, то, что я заполучил этот ключ. О, не допрыгну, наверное. Ладно. Да, ключ у меня не сохранился.
Вот он, Иврикий. А вопрос... Погоди, а чё я боюсь? Они меня даже не задевают. А, ну кроме этой. Это задевает, другие нет. Вопрос, куда идти сейчас? Вон, вот внизу фонарь меня очень сильно смущает, но вниз прыгнуть нельзя. Ну, так, там... Там дядька. Гадень шебурши. Сто раз тебя убивал, еще убью. Да, и шмотку мне дропни. Сразу жадная. Так, ладно. Там ничего нет, но кажется то, что там что-то есть. Может... А, стой, погоди. Так вот же. Мы это уже видели. Но... Ну вот же. Я-то думаю, чем-то тут под... О, а ты живая. Это босс? Ты босс? Ты живой босс? О, давай поговорим. Отличная идея. А про... Тебя тоже? Чего ты? By salvation, if thou hast the courage to imbibe my words. Что-то там про заразу, что-то про спасение и про ее слова. Я слушаю. Thou art afflicted by a false hope. Твое искусство поражено лживой надеждой. Че? Beyond the darkness, thy naked mind shrivels. За тьмой голые разумы разбиваются. If thou wist to wake, renounce death. Милая девочка, мне нравится, я бы с такой даже за ручку гулял. Давай только не... Так, ты не босс. О! Ты аж пепел. И имя хорошее, и девочка интересная. Ты слышишь голоса? А поговорить? Так. Life is readily exploited. If not for promises neglected, death would be welcomed. Spare the others in their search for restitution. Embrace murder in thine heart. Она интересная. Вид прям такой симпатичный. Темно-серая кожа. Потом, может быть, на обложку пойдешь. Так, Learn Ability. Что ты можешь? Essence of Darkness. Требуется книжка, требуется коса. Ого, а 900? 900 это чего? 120 секунд cooldown. Does extremely high damage to all enemies on screen. Давай. Спасибо. Спасибо. Так, давай еще поговорим. Enchant, а что ты можешь? А, то же самое, что и тот, что тот молодой человек в городе. То же самое, что и молодой человек в городе. Сундук. Можно открыть только если вы не использовали перья. Тот случай, когда они нужны. Вот. Мы снова с вами. Давай колесо вечности крутить быстрее. А там наверху есть еще что-нибудь или нет? Мне очень интересно. Здрасте, видеть. Какая же она все-таки красивая. Вы посмотрите на это элегантное тело, на эту темно-серо-черную кожу, на эти волосы. Ах, красота. Мечтание. И Reaper Smile. Пасть этого, как его, жнеца. Щит. Требуется 33 силы. White Max Stamina Shoot Rating S. Steel. Когда у тебя максимальная стамина, у него рейтинг S, типа самый-самый крутой. Но при этом мне надо еще 30 сил, это значит минимум 30 уровней, это значит минимум 60 тысяч душ.
Не, ну как-то еще 5 часов неохота тратить на фарм ради одного щита, и потом... Так что все-таки классные. Покатай меня на своем драконе. Я тебя потом на своем покатаю. Что бы я могу улучшить? Наверное, ничего, потому что коса у меня на плюс 7. Камней больше нет, только 2. Не хватает. Один был бы, кстати. А, нет, не могу ничего сделать. Ну, посмотрите, какая она здоровская. Мечта. Так, ладно, давай дальше. Тихо. Ну, о, там что-то есть. Иди. Нет. А, такое тоже пойдет. И такое пойдет. Давай, 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 родимый, быстрее. Достали. Так. Там книжка для битвы с боссом. Я буду очень сильно удивлен, если боссом будет она. Но по-любому не она. У меня же это теперь есть способность. Где? Ну, в принципе, можно было и там провалиться. Там впереди сейчас собака сейчас будет. И в этой крови главное долго не находиться. А то кирдык башка будет. Опять будет заражение. Цветков волшебных у меня больше нет. Карлика я тоже помню. Напердел после себя. Так, ну давай так. Значит, наверх как-то, наверное, можно добраться. Я понятия не имею, как. У меня же есть теперь это. Блин, а вот как ты до туда доберешься? Нет. Никак. А, стой. Что-то есть. Там по-любому что-то... А может быть, наоборот, там сверху? Ну, типа, с другой стороны. Где ключом отпирается. Так, а если глазиком на разведку? Тут же он эти висят. Явно не через низ. Пикачу, выбираю тебя. Еее, не та кнопка. Отстань. Ну отстань от меня. А что я нажал? А я нажал уклонение вместо этого. Вместо использования. Так, ладно. У меня есть ключ. Да, need every key. Вот он. Шикардос. Создать статую. Зачем? Тут уже и одна есть. Или надо 3 создать? Одна, наверное, разрушится. Тик. Тик. Давай все в статуях создадим. Как много статуй. Надо больше статуй. Ага. 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 Там можно провалиться. Я даже не знаю. Давай отдохнем у этой. Все, я могу говорить. Открывай. Ключи, это здорово. Надо будет когда-нибудь в будущем завести себе какой-нибудь особенный ключ, который будет у меня все открывать. И компьютер будет заводить только по ключу. Здрасте. Так, снова книжка. И мое перо. Интересно. Так, книжка.
И мое перо. Очень интересно. Так, насколько я помню, она вроде не представляет опасности, да, пока ты... Но кто там? Элдрич Консул? Интересно. Кримсон Корс, Секрет Сосвета. Ага, понятно, что ничего не понятно. Тапочки! Пока, придурок. А чё за тапочки, мне дали? Ну, вниз-то прыгать ясно, явно бесполезняк. А наверху? При этом здесь еще где-то есть босс. Может, надо в какой-то последовательность... Вон она чё. Ну-ка, давай еще разок. Так. И где-то здесь, наверное, можно провалиться. Вот, типа, вот там и лестница. Здрасте. А у вас язык из пуза торчит. Интересный подход. Очень интересный подход. Уже пропускаем моменты вставания. Так, ну смотри, но... А если я, наверное, около нее отдохну? Нет. Да-да-да-да-да-да. Вот он, подвох-то весь. То есть ты должен их изначально убить или не трогать. Обилки. Обилки. Большие вечеринки. А, вот сюда давай. Где? Селект. You do not correct stats. А чё тебе надо-то от меня? Коса вы... 30 интеллекта? Че, за что? За что такие пирожки, скажите, на базаре продавать? Алло, 30 интеллект, у меня всего 2. Я качал выносливость. И хосту. И файнес. У меня все файнес. У меня 60 файнеса, плюс еще 42 сверху, у меня 102. Че такое файнес? У нормальных людей это называется ловкость. Но тут и ловкость — это отдельный параметр. Так, мне нужны световые шарики. Неа. А, пойдет. Хотя не пойдет. Пока, придурок. Так, главное долго не ходить. Долго не ходить. Быстро уходите, долго не ходить. Пока. Я, придурки, по лестницам лазить не умеете. А я умею. А, вы у вас круче, вы телепортируетесь. Черти. Читеры! Вон мой этаж, мои статуи. А, у меня где-то внизу, кажется, валяется перо. Да. Что тебе? А ладно, и тебя давай разрушим. Да и тебя заодно. Кстати, здесь можно неплохо так осколков на них наварить. Ну, потому что за каждую дают по 20-ки, кажется. Не, это будет мало. Но зато быстро. Можно, в принципе, просто быстро пробежать. Вау. Так, там-то оно восстановится. Это ничего страшного. А давай-ка мы глазик еще кинем. Опять не та кнопка. Вот, то же самое в прошлый раз нажал. И поскакал. Так, тут шмотка. Тут опять непонятно. А где это я? Какой-то новый этаж. Так,
Давай еще. А если я спрыгну? Вот здесь, допустим. Тут полно карликов. Лестница. Лестница. Опять телефон. Там, если микрофон на заднем фоне звуки ловит, это телефон, не обращайте внимания. Пишет ведь кто-то. Куда? Но я не успеваю посмотреть, куда это ведет. Ну давай. Оп. Так, это пройдет. Долго, но пройдет. Да, оно медленно проходит. Давайте подождем. Если я такой штукой заражусь, я буду запись ставить на паузу и ждать, пока оно пройдет. Потому что оно снимается очень долго. Глаз. В эту сторону. Они вот, главное, в тюрьме, я их вижу. Так, куда это идет-то? Дальше куда? А что здесь? Опять непонятно. А мне вроде бы... А, погоди. Сейчас опять мне придется выходить, да? Как в прошлый раз, когда у меня глаз упал в пропасть. И пришлось выходить в меню, потому что... Потому что вот что. Да, и дальше продолжается звук. Ладно, отдыхай. И в меню. Очень на самом деле интересный момент складывается, потому что вещичку ту я забрал методом вот таким. Главное сейчас опять туда не улететь. Вот нет ее там, поверьте на слово. Но куда идти дальше? Погоди. Тут-то вот так, да. А там вон у нас что начинается. А вот это, наверное, из люка. Не буду проверять. Хотя хочется. Нет, смотри. Да реально. Обыкновенный алтарь. Поразительно. Так, ладно, допустим. Ты сейчас вылезешь. Я тебя знаю. Так, только... Опять ты? На этот раз он же не говорит I'll be back. Но он меня траванул. Ну как траванул, так и расстроил. Гори. Вот вниз бы. Так. А дальше? Дальше ничего, понятно. Сейчас он кончится. Сгоняем в другую сторону. Ориентируемся по цепочке. Ага. Снова алтарь, снова тюрьма. Это мы видели. А вот тут вниз, и там, скорее всего, босс или что-то еще, потому что тут только героем проваливаться. Так, следующий башок. У меня глаз много, я как бы... О! Ну-ка, давай сюда. Непонятно. Опять непонятно. А если в эту сторону? Где? А там уже это колесо вроде крутилось или нет, или мне показалось? Ну-ка давай еще раз. Глаза классные. А, нет, тут вон что. Сундук и книжка. Книжка на другой стороне. То, что я хотел, но на другой стороне. Так, ну давай тогда сюда пойдем. Я не знаю, как я вернусь. Ну как-нибудь навернусь. Нет. Не надо мне заражения вашего. Блин, придется ждать. Я-то что-то зачитался, у меня уже и это проклятие кончилось. Драгонберри забирай, Санстоун забирай. У них, правда, 20 штук. Хватит пока. Ага.
кнопку, давай еще раз. Раз, два, три, четыре. Глазу пофигу, глазу ничего не будет. Сундук. А если вниз? А внизу девочка. А вот этого глазик мне не показывал. Вот так-то. Грид. Жадность. Я хочу, дайте мне книжку. Как попасть туда? Ну, то есть попадать явно надо как-то сверху, но я понятия не имею, я думал с того верху. Но другого-то верху-то больше нет. Но в любом случае, я думаю, так справлюсь. Что такое грид, что мне дали? Кстати, сандальки. Vitality 6, интеллект 6. Ясно. Грид, increases the time drop chance by 3%. Это аура. Увеличить шанс дропа вещи на 3%. Создается стрелка, которая показывает ближайшие вещи. А у меня что стоит? Уменьшает атаки стамин. А, это надо, это надо. Как это выглядишь, покажи мне. Типа вон там вещь, да? Глазик. Да, там реально вещь. Слушай-ка. Да, я знаю, подождем. Нет. Дубль два. Отлично, все, он хотел сказать я. Но сейчас только к этому возвращаться. Это вообще темнота. Только вот таким способом. Дальше мы кидаем. Блин, и эти снова здесь. Дальше мы кидаем снова глаз. Они стоят. Вот они стоят. Так, и вниз. Ага. А, там по лестнице можно спуститься. Но она разрушится, если что. Блин, ну давай, допустим. Хорош. Провонялся. Я и забыл, что они как-то выпрыгивают. Да-да-да, вот она, кстати, показывает. Ладно, спасибо. Еще минус один. Вот этих зеленых человечков жалко. Они вечно в тюрьме. Загнанные в угол. Големы какие-то. Фух. Отлично. Ладно, это, конечно, и прямо подо мною. Тишина. Небо, мертвая вода. Так, а... Кто-нибудь плохо тут есть, нет? Что там было, я не заметил. Что-то дали. Дали что-то. И там внизу еще что-то. Может быть так. Shade Knight's Helm. Ну, у меня есть такой уже, это неинтересно. Так, вниз. И вот сюда. Ну, наверное, дорога к боссу. Давай, кончай уже действовать. А есть ли что-нибудь вон там интересное? Ты только не прыгай. Нормально так.
подвох такой хороший. Кончайся. Там кто-то есть. Лох! Родимые. Так, там рубка, рубилка. Ага. Да, реально босс. Как это красивое. Нет, только не вы. Так, и Эдриш Инквизитор Фейс 2. Живи. Нормально, живем. Я не знаю, к чему приведут красные капельки, если они в меня попадут. Но я лучше рисковать не буду. Там человечек какой-то я заметил. Эй! Как дела? Погоди, похилиться надо. Сейчас то. Но 70 урона не так много, я хочу сказать. Так, и еще один. Воу-воу-воу. Че, просто так как, а? Сама ко мне лишь снизошла, да? Так, стамина, 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 жизни. А, я вот ему что. Хилься. Она плачет. Мамочка, я все, конечно, все понимаю, но, пожалуйста, ничего не забыла. Сидел в КРСО Рай и Мортал Дефитед. Я надеюсь, то, что я из этого выберу потом нужный кадр, чтобы ее на картинку засунуть. Красиво, но просто. Или, опять же, я слишком сильно перефармлен, что со мной все-таки случается. Я мальчонка какого-то вижу, плачущего, или девочку. Кто это? Может быть, я что-то, конечно, и пропустил. Может, там было что-то еще на том уровне. Особенно непонятно, как добраться до второй книжки. Может быть, в той книжке было написано, почему этот босс такой простой. Здрасте. Ну, или это мамань его? Это мама моя вроде бы. Вроде бы. Че, финал? Финал игры, да? Серьезно? Но как? Мы можем отправиться домой. Again. Снова. Сорен. Блин, надо было контакт сейчас заюзать, вот контракт разорвать. Интересно, а что было бы, если бы я разорвал контракт? В теории,
Я сейчас как могу сделать? Я могу прервать запись. Вот прямо вот сейчас вот. Закончить запись. И порвать... Выкинуть. Вырубить игру через диспетчер задач. У меня сохранение, по идее, не должно пройти. И я порву контракт. При этом я должен буду снова убить босса. Блин, интересно же. А где игра сохранение хранит? Интересно. Ну или можно на ютубе глянуть концовку какого-нибудь спидрунера, который порвал контракт, если такой есть. Ну типа, Саран, чё тебе надо смерть? Она мертва. Глюки были. Но это не может случиться. You want our name to me. Ты искал наше имя для обозначения чего-то. Для памяти. Смертушка такая. Я сам смерть. Видали, коса какая? На +7 прокачал. Death has been so grossly warped by Alduin and its inquisitors, most of the world would have you believe it is a sin. But death is a matter of principle, neither good nor evil. Типа смерть за гранью добра и зла, у смерти нету принципов. Для смерти принципы ничего не значат. Она за грани добра и зла. Это как бы и не до, и не плохое, и не хорошее. And like all children, they are legacies of their parents. Чё-то про детей и родителей. A mirror into their past, to remind them what it is like to live for the sake of life, and not survival. But inevitably, the colors fade. And the world loses a little bit of magic every day you grow older. Каждый день мир теряет чуть-чуть магии. Каждый день, когда ты... каждый день ты типа как стареешь и потихонечку растешь, становишься взрослее, мир теряет для тебя, типа как мир теряет чуть-чуть магии, и все становится... таким прозрачным, невзрачным. Человек взрослеет. Вот, становится серьезным, присерьезным. И перестает замечать маленькие радости, маленькие вот эти кусочки магии, которые в детстве тебя радуют. Ай, как хорошо, что я не такой, а. And when the magic has faded, you know. It is time to move on. Когда магия растворяется, ты знаешь, что это время длится дальше. Потому что ты сделал свой долг. Да, потому что ты типа как исполнил. You have passed on the mantle of life to the next generation. Whimsy in their eyes and the world full of magic. Что-то ты типа прошел свой путь, ты типа как вывел свою жизнь на новый уровень, что-то такого. В их глазах мир заполнился магией. Она хотела, чтобы наш род продолжался. Я просто хотел быть рядом с ней. Мерти, что же будет? Что же будет? Че валяется? Панацея? Видимо, чтобы избавиться, да, он от той заразы. Но я и так справился, я молодец. Но это еще не финальный босс. Блин. Перепройти, что ли, игру, не умерев? А это лифт куда-то наверх нас уже утащит. Попробовать ли, или тут уже автосейв такой произошел? Очень интересный вопрос. Ладно. What kind of a son would let their mother die? Че? И погоди. Наверх.
Очередная срезочка открылась вниз, потому что тут типа босс, герой, кривач по-любому. Это по-любому чем-нибудь такое будет. И сейчас у нас есть все три сигила. Все три. Можно призывать лошадку. Это ненормально. Не. Погоди. Во! Эй! Мамань! Мама! Мами! Мама! Мам! Блин, мне нужна лошадь. Я хочу сходить в город, у меня только три хилки. Хотя давай посмотрим, что будет. Третий готов. And it's done. Вау, мы на протяжении всей игры открывали ворота в канализацию. О, лошадь. Наверх или в город? Давай наверх. Уж идти так до конца. Убьют так убьют. Появлюсь, правда, где-то. А, о, переходничок. Ну, в смысле, сохранялка. Так, получить уровень, наверное. Сколько могу? 4. Давай, давай. А что мне надо? Ну, давай хилки прокачаем. Не знаю, что там ждет. Впереди пускай будет здоровье. Сила мне явно не нужна. Всего остального хватит. Вот так. Меня игра реально напрягает после того, как я встаю. Она... Тихо. Она... Так, а стой, а я же призвать могу. А, не, не могу, денег не хватит. Там ничего нет. Она грузит проц. Вот сейчас в спокойном, так скажем, состоянии на 6%. Ты садишься, либо встаешь, там аж под 15 зашкаливает. А если я вниз прыгну? Понятно. Ну, благо мы здесь недалеко. Сейчас, видимо, финал, финальный бой. Рычаг, мечи. А, челики, здорово. Давно не виделись. Так, а поговорить? И где они? Карсиора и Мортал Цитадель. Бессмертный Цитадель. Поговорить? Нет, не будем. А во. Это место, где наш, где, наверное, все закончится. Мы прошли очень долгий путь. Мы не можем отступить. Мы не можем пасть. Мы не можем все завалить. Как что-то заумное было написано. Будет ли сейчас финальный бой? Неожиданно. Я буду свободен от этого проклятия. Что в этом бессмертном? Куда это вы? Это босс? Это здоровенный босс? А, нет, это... Какие-то элитные челики. Это дракон, у которого типа голова отрублена. Хорошо. Всю элиту сюда созвали. Отстаньте от меня. Нормально, нормально, нормально. Даже не дал ничего. Надо было перышко призвать, я только потом. Итак, хорошо, допустим, идем вперед. Недобрый как-то это. Да. Отстань тут прыгать, что он будет. О, хорош. Наверх. Вон там что-то есть. Маги! Давно не виделись. Живем. А ты еще что за ебайдака?
А, это ты. Ты там это, погори немного, я подожду. Не-не-не-не-не-не-не. Сараза. А, от нее можно уклониться. Точно так же, как его можно убить. Вот так вот. Вот так вот. Так, вы сюда всех врагов, что ли, созвали? Ты смотри, что творится. Ну-ка, я поверху пойду, я не хочу вниз идти. Так, там большая лестница, и архангел Тираэль. Че тут из дьявола потерял? Пока, приятель. Наверх наверняка как-то можно пробраться. И понятно как. Лестница, которую надо скинуть. Там перышко еще. И настоящий алтарь. Прикольно. 1500, 1300. Допустим. Погоди, а наверх как? А, ладно. Все равно финал. Финальный ведь босс сейчас будет. Смахивает, как будто босс будет. Ей, Феникс! Привет! I can see the rage in your eyes. Я вижу страсть в твоих глазах, ну ярость. The fire that burns twice as bright, burns half as long. But what better way to die than in glorious radiance? Знаете, какой, кого голос напоминает? Path of Exile. Там была царица, царевна, которая это, Ната Кокрич, называла нас не тараканом. Елюкс Ната. Как же она говорила? Ты типа силен, не таракан. Этот, какая-то там... Принцесса камней. Я не помню, как ее звали, но голос, по-моему, тот же самый. Либо обработка очень сильно похожая. Ой, да хорош! Какой хероик. Еще. Слушай, а ты чё ты это? Эй, а че хилиться-то? И она даже не дает это сделать, ударчик. Погоди, погоди. Вторая стадия пошла. Замечательно. Так, а сюжетная вставочка будет, нет? Если бы я сейчас отбежал, отхилился, то все было бы замечательно. Я и половину снялся, до второй стадии довел. Довел ее до экстаза. У меня второй стадии не будет. Давай, возвращаем все перья. На... Я себе сейчас оставлю 4 хилки. Реклейм. Да. Вот так. Теперь можно даже 3 оставить. Хотя, может, 3 не хватит, не знаю. Херой кремач. А, отлично. Тут прыгать можно. Круто. Чем бы сказать? You've been to Journey's End. Surely you've noticed. Your mother, Ione's father. We keep them there for special occasions. Happy family reunions. Типа твоя, твоя мать, отец Ионы, мы их храним для специальных чего-то там. Счастливого семейного объединения. Сейчас я тебе покажу, героик.
Не лаг, ты ж 2D. Лаг нормально. Тихо. Хилка. Другая, погоди. Нихера вы там раздаете. Надо поставить, я понял. Я искал это, у меня не проставлено Гайнс Блад. Та, которая увеличивает. Ща. Вон она, 55 штук, я их тоже с великанов нафармил. Так, мне, значит, глаза сейчас не нужны. Для звук. Драгонберри тоже не нужен. А, перо. Думаю, тоже. Пускай будет. Гайнс Блад. Вип. Это что такое? Соулстоун. 50 шардов. 520. 500. Почему не стоит? Личный интеллект на 5. На 10 секунд. Давай, иди. 520 здоровья все-таки восстанавливает. Так. Ну, ружье бесполезно. Я лучше ее луком продамажу. Так, это тем более бесполезно. Тапочки тоже мне не нужны. 400. Перо из легендарного Феникса. Может его одеть? Может действительно в нем что-то особенное есть? Отдадимся тьме. Так, значит, вот у меня есть 3 хилки. Почему 3? А, одна там валяется. И Гайнс Блад. Перо, будьте добры, верните, пожалуйста. Птичка плачет. Да, я знаю, я не угомонен. Ты вернулся без подарков, у тебя типа никаких манер нет. Перо отдай, дура. Вот эти вот. На, ты еще и сзади пробиваешь. Со мной не прокатит. Так, погоди. Хавай. Говорю, хавай, сам еще и не атакую. Тихо. А, синие настоящие. Хилки. Еще и перо не подобрал. Ну да. Так. Очень сложные. Можно сказать, вообще простая. Так, погоди, что-то лишнее. Анаквип. И все. Только хилки и это. Да, это снова я. Стрелы. Играй, дрит твой. Нормально все. Я не знаю, правда, почему там мое перо. Нифига, дамаг залетает. Дамочка, я не хочу вас огорчать, но вы, кажется, немного промазываете. Я
Чем? Чем, прошу прощения, вы меня сейчас заваншотили? О, плюс 900. Хоть опять музычку Бенни Хилла подрубай. Перо! Перо! О, опять что-то, он что-то другое сказал, я даже не заметил. Да, это. Стоим. У меня полное здоровье. Она из меня перья выбивает. Вон, я понял. Сейчас ее просто добить. Фух, два босса за одну серию. И Mortality Stone. Да, я теперь могу косу прокачать на плюс 8. Great Phoenix Prime. Давай. Красиво. И Phoenix Down. Мне дали два перышка сразу. Четыре хилки прям вполне для нее зашло. 141 уровень. Компонентов Sigurd's Ritual. Компонент ритуала. В основном 640 здоровья. Номер 30% кастом. Когда здоровье меньше 30%, время кастования снижено на 0,5 секунды. Ты одевай. Просто одевай. И все, больше она ничего не дала. Нормуль. Так, и куда дальше? Сюда, наверное. Нет, назад. Без шуток, назад. То есть я должен был прийти сюда. Может быть, она была опциональной, босс. Может быть, обязательной. А, погоди, а вон лестница появилась. И теперь, видимо, я могу подняться на второй этаж. Спустить можно? Опаньки. Здрасте. Здрасте. Да, и спустить лестницу вниз. Да, походу, сегодня ни разу не финал. Ой, отстань. Засейвиться вот здесь. Почти финал. Да, я-то думал, там последний босс, все, а тут нет, вон их тут сколько. Но все равно самый впечатляющий остается Амалвара, космический маг. Он не зря там наверху сидит. Он красавец. Кайр Сиара, я только сейчас заметил, звучит почти как Кайр Морхен. Ладно. Ну, как говорится, спасибо, что смотрели. Продолжение следует. Еще одна, наверное, либо две серии будет. Не знаю. Ну, что у нас остается? Остается вот эта финальная локация, до которой мы все-таки добрались. Дальше остается как минимум один босс и что-то еще. Даже не знаю, одна или две серии, я думаю, наверное, максимум тут еще будет. Всем спасибо, что смотрели, подписывайтесь, ставьте лайки, буду рад, признателен, пишите что-нибудь. Всем пока.